Большинство граждан Республики Беларусь уже получали почтовые извещения об уплате транспортного налога, земельного налога и налога на недвижимость. После их рассылки в налоговую инспекцию поступает множество обращений, связанных с просьбой уточнения тех или иных условий оплаты, а также различного рода сопутствующей информации. В связи с этим специалисты налоговых органов считают важным сообщить, что личный кабинет плательщика дополнен новым сервисом информации о суммах налогов и платежей. В личном этом кабинете плательщика для физических лиц предоставлена возможность просмотра, а также онлайн-оплаты сумм налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога. Информация о налоговых платежах отображается на главной странице личного кабинета после входа в электронный ресурс. Здесь можно будет увидеть сведения о начисленных суммах к уплате по налогу на недвижимость и земельному налогу в целом по объектам налогообложения за 2022 год, а также доплату за 2021 год по транспортному налогу. Особенность 2022 года – это уплата 50% начисленных за 2022 год сумм имущественных налогов. Это земельный налог и налог на недвижимость по сроку 15 ноября 2022 года. Оставшиеся 50% надо будет доплатить в следующем 2023 году. Если у вас еще нет доступа к сервису «Личный кабинет плательщика для физических лиц», необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность, заполнить заявку на получение учетной записи и пароля. Преимуществами личного кабинета являются удобство его использования, доступность информации и экономия времени. Это возможность платить налоги, общаться с сотрудниками налоговых органов без личного визита, направлять документы, заявления и обращения.